Уходи. Как-то вечером Мала поручил жене: «Разбуди меня завтра рано утром. У меня есть дело, в город поеду». Рано утром жена разбудила Малу, в доме было еще темно, и Мала по ошибке надел папаху сына. Отойдя уже далеко, он спохватился, видит на нем папаха сына. Вернулся домой и начал ругать жену: «Я тебе сказал, разбуди меня. Почему же вместо меня ты разбудила сына?» Жена поняла все, сразу же нашла папаху мужа и надела ему на голову: «Вот, теперь разбудила тебя. Уходи».